по всем городам, у всех дилеров будет проходить розыгрыш. Результаты розыгрыша будут 22 июля. Это пара, которая поступила первыми, первой в Челябинск. Вот, соответственно, и в любой другой город, то есть по всем городам, у всех дилеров будет проходить розыгрыш. Результаты розыгрыша будут... Ребята, всем привет! Вы находитесь в магазине Автокаста. Тебе, дорогой друг, отличную уральскую пятерочку, позитива, бодрячка, всего самого отличного мы всегда желаем нашим ребятам. Так что пятерку, ребят. Сегодня офигенная тема и с прослушкой, друзья. В два раза громче, в два раза дешевле. Такая тема у нашего ролика, который будет проходить Asolo Mini. Ребят, это продукция от линейки Pride. Ее, на самом деле, я думаю, ждали вообще все. Скажу вам так честно, что до того, как вот сейчас уже рассказывать и снимать, мы их послушали. Ребят, ну кайф. Я, короче, поставил динамики похожие по, ну как сказать, по внешнему виду и думал, ну, вроде может будет играть, а нифига. Играют они восхитительно, сейчас услышите, причем поставим композицию необычную и очень интересную. Ну погнали, сейчас постараемся в этом видосе, кто еще не знает бренд Pride, рассказать о нем, рассказать, что делают эти ребята. И скажу так, ну, блин, достойно уважения. То есть все сделано в России, это раз, ребят. То есть, ну, мы общаемся с разными людьми, с бизнесменами, кто чем-то занимается, реально. Сделать производство в России — это не так и легко, но при этом быть патриотом — это круто, на самом деле. Вот у нас даже стенд сделан в красно-синий-белый флаг, потому что, ну, мы тоже любим нашу страну и делаем все для того, чтобы наши клиенты получали максимум профессиональных консультаций и удовольствия от этого. Ну, погнали, пора разговаривать. Здесь у нас что? Смотрите, соло. Neo, Solo и Solo Mini. Сейчас распакуем, посмотрим, что из себя представляет. Вы, я думаю, видели уже кучу распаковок и увидите, есть у Миши на канале там такая подробная распаковка, все показано. Здесь, я думаю, мы долго этого делать не будем, чтобы ваше время не тратить, но сделаем с прослушкой. Погнали. Вот так выглядит коробка Solo Mini. На динамиках других, соответственно, вот, допустим, на 20-х динамиках есть уже на русском языке описание. Здесь пока нет, я не нашел. То есть все на английском языке, но в принципе все понятно. Сделано в России, сборка в России, все как бы производство в России. Моделька называется Solo Mini 6,5, то есть динамик размером 6,5 дюймов. Сеточки на них стандартные подойдут от Ruby, получается, то есть можно сеточку приобрести отдельно, ее в комплекте нет. А дальше они 4-омные, и нас интересует 100 ватт номинальной мощности, то есть от 140 Гц, как я понял, четвертым порядком, 24 дБ на октаву можно послушать, так мы сделаем и в стенде. Но даже от 125 пустим, я думаю, вы не разочаруетесь. 125-9000 диапазон воспроизводимых частот. Ну и гибридная магнитная система написана. Все, в принципе, что нам надо знать. Погнали, посмотрим, что в коробке. Обычная стандартная коробка 16-х динамиков. В линейке у Pride сейчас уже получается у нас Solo Mini. FB-шек, скорее всего, не будет, да. Solo, Ruby, они здесь, покажу тоже. И Solo Neo. 4 модели. Этого вполне достаточно, чтобы весь ценовой диапазон и диапазон звучания перекрыть. Это клево. На каждый кошелек найдется, соответственно, динамик, музыка, это будет классно. Что конкретно есть? Наклейка Pride, классно, гарантийный талон. И вот так выглядит этот динамик Solo Mini. Все, тут прижимное кольцо, сетку покупаете, закрываете, все четко. Вот такая корзина. Ну, тут, я говорю, рассуждать много, осматривать не будем, но сделано все качественно, добротно, в принципе, как обычно. У нас Pride — это один из таких, ну, как сказать, любимых динамиков, любимых брендов, потому что динамики играют ярко, чисто, производят их действительно, ну, надежные вещи, я вам так скажу, потому что, ну, продается много, и есть уникально это подменный фонд. На динамике я на этот узнал, по цене будет в районе 650 рублей за динамик стоить, примерно так, это будет подменный фонд. То есть, если вы динамики как-либо неправильно эксплуатировали, что-то с ними произошло, не знаю, пнули ногой, ну, всякие ситуации на самом деле бывают, то вы можете принести нам один динамик в наш магазин и в течение 2 минут, доплатив 650 рублей, взять динамик с подменного фонда, установить и наслаждаться дальше. Это нету ни у кого, поэтому это уникально, скажу вам так. Я думаю, давайте сейчас мы посмотрим, каких динамиков они громче и каких динамиков они в два раза дешевле. Это солики, всем известные. Эти динамики используют как профессионалы, так и любители. Данные динамики — призеры многих соревнований по фронту. Это действительно так. Многие бренды пытаются с ними тягаться. Ну, не знаю насчет того, что пытаются, но тут как бы все уже доказано давным-давно. Тут доказывать в принципе нечего. Вот такая мощная магнитная система. По-другому сделан диффузор. Ну, динамики реально хороши. Единственное, что при небольшой подаваемой мощности
вы сейчас услышите, что соло мини играет действительно громче, чем динамики соло версии 2. Давайте их сюда уберу. И получается, покажу вам новиночку, которая пришла недавно. Это вообще, ну, такой уже элитный динамик по мне, потому что, ну, он стоит в районе 15 тысяч рублей, а точнее 14 990, Solo Neo, но, ребята, не того стоит, скажу вам так. Всегда есть удовольствие от эксплуатации автозвука. Я тоже, как бы, сейчас, ну, покупая какие-либо вещи, стараюсь получать максимальное удовольствие. То есть, если я могу себе в чем-либо там позволить купить что-то более стоящее и классное, я это обязательно делаю. Еще давайте моментик, пока не перешли к прослушке, хотелось бы немного. Ну, вот это вот соло, соло Neo и соло мини. И, конечно, рубики. Ребят, рубики — это своеобразные динамики, они звучат чисто, красиво. У меня стояли в автомобиле, наверное, месяца три еще, когда я тестировал динамики. И скажу вам так, что это, ну, одни из немногих динамиков, которые были прослушаны в моем автомобиле. Мне супруге даже понравилось, она говорит, что это играет. Она меня спросила, что за динамики звучат, мне вообще нравится. Это меня удивило, честно скажу, потому что мы слушали много разных динамиков, но на них она сделала акцент. Поэтому Ruby заслуживает отдельного плюса, как бы это уже там свое. Смотрите, куда можно поставить? Давайте, есть же такие вопросы. Можно собрать калитку большую. Цена 3750 за пару, 4 пары делаем. Берем 4-канальный усилок, можно по 2 динамика в 2 ома закоммутировать и 4 канала использовать. Можно взять 2-канальный усилитель и так далее. То есть можно собрать громкий, достаточно бюджетный фронт, который вы можете использовать на всю катушку. И если даже вы немного переборщили с мощностью, можно их поменять по подменному фонду, без проблем. Дальше. Можно поставить в штатные места. Размер позволяет, будет громко, классно. 4 динамика берем, 4-канальный усилитель, тот же Quattro Plus усилитель. Это все получится, ну, 3750, это у нас 7,5 и усилок там 6500 рублей. Это получается 14 тысяч рублей. Вот, за 14 тысяч плюс провода у нас получится великолепное звучание в машине. Вот. Куда можно? Можно как среднечастотный использовать динамик, купить для них мидбас, собрать какую-то уже трехполосную систему, также в дверях, в подиумах, пожалуйста. Можно собрать пил. Что хотите, то делайте, все только в ваших руках, ваше творчество только как бы зависит от вас, как говорится. Ну что, готовы слушать? Погнали, у меня есть великолепный трек, сейчас я вам все покажу, поехали. Ребят, ну что, готовы? Давайте. Микрофон у нас стоит вот здесь. Я думаю, вам все слышно будет, громко делать не буду. Смотрите, кто у нас стоит здесь. Новый соло мини, соло обычный, версия 2, соло Neo. Здесь рубики. Так, их включим, ну, посмотрим, даже может быть нет. Я думаю, эта заявочка прям на лидера, одного из лидера в этом сегменте ценовом. Это, блин, точно, сейчас все услышите сами. Смотрите, сделал как? Подключился. Сейчас, мафончик найду. Я через Bluetooth буду слушать, я думаю, вам будет слышно. Я зашел в кроссовер, мы смотрите, как делаем. От 125... четвертым порядком, от 125 четвертым порядком и до 10 тысяч. Там вторым порядком. Alpine позволяет это сделать. Я думаю, этого будет достаточно. Сейчас слушайте. Я включу группу Queen, ребят. От 125 четвертым порядком по низу и до 10 тысяч вторым порядком по верху. Этого будет им вполне достаточно. Сейчас сами все поймете. Солики. Давайте другой трек. Тут вообще даже это прям чисто, ярко, кайфово. Так, что у нас? Чего-то не было. Ну вот это давайте послушаем. Прочь у нас. Я говорю в ночь в моей голове. Я говорю прочь, моей голове, ты там уже всю ночь, но давай уходи. Я говорю прочь, я говорю прочь, ты каждый раз срываешь, но давай уходи. Я говорю прочь.
Чё, как? Ребят, по громкости максимально, конечно, могу прибавить. Не знаю, вам тут получится что-то услышать или нет. Но мне Сашка говорил, убавляй, убавляй. Сегодня слушали уже с ребятами, они говорят, вообще восторг, в принципе, играют восхитительно. Все по-разному, да, тут на слух разный, но я скажу так, что за эти деньги мне вообще на самом деле нравится, играют офигенно. Ты все слышишь, в принципе, то есть детализация, восторг. Сейчас попробуем пищалку добавить. Рупор добавили. Даже ради интереса, вот я сейчас динамики включал, вот эти ежики недавно пришли, они похожи на эти динамики, ну, по внешнему виду колпачок там, то есть диффузор, площадь диффузора такая же. Вот их сравним просто между... Тут все слышно как бы, да, ну и ценник подороже, но тут все слышно, эти динамики, в принципе... Ништяк. Ну, давайте еще что-нибудь. Давайте еще трючочек сейчас. Лудакрик. Тоже слышали, наверное. Ребят, я думаю, все понятно, слушайте кучу видосиков, то есть выбирайте вот такие динамики, я думаю, они станут хиточком, поэтому делайте предзаказы, заказывайте, берите по 2, по 4 пары, по 10 запасом, может захотите, может быть, всю дверь собрать. Друзья, ну что, и теперь, я думаю, стоит это сделать, это очень круто, то есть это пара, которая поступила первой в Челябинск, вот, соответственно, и в любой другой город, то есть по всем городам у всех дилеров будет проходить розыгрыш. Результаты розыгрыша будут 22 июля, мы сделаем в группе нашей ВКонтакте, в прямом эфире, ну, вы все увидите, мы запись закрепим. Что делаем? Нужно запись репостнуть, поставить лайк, подписаться на группу Pride и на группу нашу, то есть, ну, на группы производителя и на группу автокаста. Вот, соответственно, в принципе, все. И сделать закреп этой записи. 22-го мы разыграем, смотрите, первое место будет соло мини, одна пара. Также мы шиканем с вами, ребят, это кожа питона, не бычья, а питона кожа. Такой брелок Pride достанется за второе место кому-то. И вот такая вот брелочек, на который можно ключи вешать, что-либо делать, достанется за третье место. Вот три приза Pride, ребят, розыгрыш подарков к выпуску модели соло мини в два раза громче, в два раза дешевле. В группе автокаста розыгрыш 22 июля в 8 часов. Пока-пока.